Доброе утро от нашего кошачьего семейства. Смотрите, как мило спят эти кошарики. Чернику покормили. Фаршик ей дали. Она все-таки привыкла есть обычную еду, несмотря на то, что есть у нас и сухой корм. Но потом смотришь в лотке, у нее, короче, нарушается тогда пищеварение, поэтому обычную еду она как-то больше приветствует. Семейство наше кошачье, красивое. Гришка как и хотел рыжих. Он говорит, рыжих бы побольше было, их так хорошо разбирают. И они такие красивые. Прям очень красивые рыжики. Потому что папаша у них рыжий. Воду в бассейн набираем сегодня. Думали на ночь, потом думаем, нет, мы все равно то забудем про нее, то еще что-нибудь. Вчера вечером просто натерли этим альгицидом, и все должно высохнуть. Сейчас вот теперь набираем уже пол бассейна. Набралось, но вроде бы я сижу, не сказал, что жару обещают, поэтому еще успеем покупаться. И к нам тут еще одна мамочка ходит, тоже родила котят, трехцветная кошечка, не знаю, где она их родила, но к нам приходит на завтрак и на ужин, мы ее подкармливаем. Сейчас я ее тоже покормила. А у Григория сегодня поздний завтрак, который он готовит себе сам. Да, это какая-то, слушай, как пицца как будто, слушай, да? Помидорки еще положить, и будет прям пицца на сковороде. Вот такой вот он завтрак. Так, отдай мне от Григория. Это мой. Все, ты своего мамаши. Пока Гришка готовил, в общем, мы тут с ним поболтали. Я уже порезала быстренько говядину, немножечко ее вот так вот на сильном огне обжарила. И сейчас ее выложу и буду обжаривать овощи. Хочу сделать такой рагу с кабачком, с луком, с перчиком. В общем, осталось собрать кабачок. И перцы, и помидорки. Так что сейчас пойдем на огород. Ну что, перчиков тут достаточно немного, совсем немного. Сейчас еще поищу. Почему? Потому что, когда я закатывала помидоры, я тут обнесла все перцы. Потому что вот в помидоры очень вкусно класть именно болгарский перчик, укроп и чеснок. И больше как бы ничего и не нужно. Поэтому перцы я тут достаточно так нормально обнесла, но вот для аромата нашла три маленьких. А нет, тут еще нашла парочку. Сейчас иду за кабачком. Два вот таких еще молоденьких кабачка. И сейчас еще помидорок поищу. Ой, тут прям радуга поливается сейчас. Щавель или щавель, но вы меня поправите. Видите радугу? Все, вот этого мне на рагу достаточно. И еще баклажанчики, они дома. А у нас тут еще от соседа алыча. И она прям наклонилась вся в нашу сторону. А у соседа вообще там ничего нет. Представляете? И она такая достаточно вкусная. Скоро уже будет спелая. Компот с алычой и с яблоком именно очень вкусный. И кислый в меру. В общем, мне он очень нравится. Я все овощи нарезала, а помидорки люблю тереть на терке. Основная часть кожуры убирается. Ну, какие-то вот сюда вот маленькие попадают. Но это уже не так критично. Вот, поэтому сейчас сюда добавлю вот этот вот протертый помидор. И все остальное нарезала кубиками. И... сейчас это все добавлю еще водички, попробую на соль, посыпала все специями, и все это будет тушиться. Идем ежевичку собирать. Давай. И сегодня поедешь. Сегодня поедем до бабушки. А кто будет за Степашей смотреть? А он сам себе. Да нетушки. Можно маме? Смотри, сколько я уже насобирала ежевики. Давай. Будешь пробовать? Нет. Не любишь ежи? Нет. А я сейчас пойду бабушке пособираю, ладно? Она
Чего? Зоя, ты передашь бабушке, да? Да. А ты куда? Куда ты уезжаешь, Зоечка? Домой? Да. Люблю. Сижу тут такая, кормлю комариков и слушаю, как насос шумит, гоняет воду в бассейне, как будто это какой-то фонтанчик. Мы опять где-то пробили бассейн, вернее, мы уже нашли эту дырочку. Будем ее, не знаю, доливать, пока, может, она потом, знаете, бассейн усядется и не будет выливаться. Ну, в общем, посмотрим. Но пока тут лужа. А я тут вынесла себе качельку, поболтала с мамой. И... Ой, сейчас включу фонарики. И, в общем, довольно и счастливая тут лежала, кормила комариков. Сейчас свет им включила, пусть на свет летят, а не на меня. Ой, тут и бассейн так красиво у нас выглядит. Сижу, нет, тут недавно окна намыл, вот эти вот с этой стороны. Григорий помыл навес внутри сегодня, поэтому тут сижу, любуюсь, как тут все блестит. Классно. Что там такое? Папа приехал. Собак выпустил. И видно, что Рекс.